Paris, Absent, мороженое Ягермастер. Заходите на бесплатную дегустацию и выберите свое любимое алкогольное мороженое. Магазин «Мармеладная бочка». Попробуй нашу новинку. Мармеладный бабл-ти. Что? Сегодня? Получи 100 грамм мармелада в подарок. Saint Petersburg. Затем это название перешло уже на название города. Thank you.
и торговли. Вот согласитесь, для Министерства промышленности вот это очень важно. Мы тоже не Что?
Thank you.
какой-нибудь вот сон, какой-нибудь, я не знаю, что это. В 18 веке Фонтанка была основной судоходной рекой города, поэтому ее мосты были разводны. Башни Ломоносовского моста предназначались для подъемных механизмов, которые поднимали и раскрывали крылья среднего пролета во время прохождения судов. На набережной перед мостом Ломоносова есть спуск к воде. Слева над ним расположилось огромное пятиэтажное здание с большим количеством украшений на фасаде. В середине 20 века главным режиссером стал Георгий Александрович Костунов. Именно благодаря его огромному таланту театр стал одним из лучших драматических театров.
Не каждый турист заходит в своих прогулках так далеко, поэтому запомните это место. Для романтического свидания идеальный вариант. Слева от нас, за деревьями, раньше располагались торговые ряды. Здесь был Никольский рынок. Его здание уже долгое время находится на реставрации. Место для торговли тут было удобное. Пересечение двух каналов давало возможность легко, а главное дешево, подвозить товар. При проектировании использовался уже сложившийся к тому времени тип гостиного двора с арочными галереями. Классическим образцом стал большой гостиный двор, что на Невском проспекте. Главной рабочей силой стали партии крестьян из ближних и дальних уездов, одной из повинностей которых было городовое дело. От каждого уезда выставлялось определенное количество работников с нужным инструментом для заготовки материалов и постройки домов в городе. Такая повинность могла быть выплачена и деньгами. Петербург присылали рабочих не только из ближних, но и практически из всех уездов страны. Ежегодно во время летнего сезона их число достигало 40 тысяч. Острая нехватка стройматериалов. Достать обычный песок было непросто. Но особенно стройка на Неве нуждалась там. В 1714 году был введен особый налог.
теплохода «Северный Эксперт». Теплоход проведет в течение этого канала. Thank you.
можно будет взять там. Давай я вас спросила. Да, нет, или... А, что вот так положить в нож человека.
который Александр II убил,
первые десятилетия своей жизни очень напоминал голландские города. Повсюду виднелись голландские шпили, или, как их называли, шпицы, на которых развивались флаги. Большинство мостов были сделаны с противовесами, напоминающими склонившихся аистов на голландский манер. Строил их голландский мастер Герман ван Болес. Когда при потомках Петра I город расширился, голландский Петербург растворился в других стилях, влиявших на его строительство. По желанию помещика и принадлежавшие ему актеры не имели никаких прав, могли быть проданы или наказаны, хоть и обучались у специальных преподавателей и балетмейстеров. После экспроприации в одной из квартир дворцового флигеля долгое время жила Анна Ахматова. Здесь, в честь столетия поэтессы, открылся ее музей. Именно Ахматова в своих стихах дала дворцу Шереметьево второе название – «Фонтанный дом». Ниже по течению Фонтанки, на пересечении с главным проспектом города Невским, находится Аничков мост. Один из самых известных петербургских мостов. Его украшают четыре скульптурные группы «Укротители коней», изображающие четыре стадии укрощения коня человека. Они созданы архитектором Петром Карловичем Плот и являются одной из лучших работ автора. История этого моста началась практически с основания Петербурга. Тогда первый деревянный мост, расположенный на этом месте, был границей города. Он получил свое название по имени подполковника Аничкова, который командовал батальоном, строившим переправу. Деревянный мост был со шлагбаум, и у проезжающих проверяли документы, взимали пошлину с завода товара, следили, чтобы рабочие в город из леса не набегали полностью. Рядом с Аничковым мостом стоит Аничков дворец. С реки мы видим только часть построек, светлое двухэтажное здание с колоннами. Сам дворец располагается в глубине за ним. Дворец сооружался по велению императрицы Елизаветы Петровны для ее фаворита графа Разумовского. После его смерти дворец был выкуплен в казну. Вступившая на престол Екатерина II подарила дворец своему фавориту, князю Потемкину. Аничков дворец очень любил Николай I. Продолжение следует...
Мне что, страшно? Thank you.
фотографироваться. Как вы видите, канал делает здесь крутой поворот. Раньше на его месте была река. За свое извилистое русло она была прозвана Кривуш. Берега были топкими, вытекала она из болота, и жители называли ее еще Глухой речкой. Это место по праву считается одним из самых красивых на канале. Изгиб бывшей речки Кривуши здесь составляет почти 90 градусов. А ее берега соединяет Львиный мост, один из трех висячих мостов Петербурга. Его украшают фигуры львов. Внутри них спрятан механизм, в котором крепятся тросы, поддерживающие всю конструкцию. Своеобразный дом культуры, только на дворянский манер. Сюда приезжали знатные семейства с детьми, и пока жены с отпрысками развлекались, важные мужи могли в неформальной обстановке обсудить политические и философские вопросы. Здесь был и театральный зал, и салоны для карточных игр. В общем, провести свободное время можно было с чрезвычайной приятностью. Здесь в конце 19 века размещалась типография, а жителям в напоминании об этом остались медальоны над окнами второго этажа. На них изображены русские писатели, по одному на каждой медали. Имя одного из отечественных писателей навсегда связано с местами, которые мы проходим. В основном здесь проживают те, кто имеет какое-либо отношение к флоту или работу высокостроителей.
по которому сейчас пройдет. Обратите внимание, что слева по борту еще будет один такой небольшой островок. У моста вот стоит опора на этом мосту. Я не знаю. Мост открыли в 2013 году. Мост не разрабатывал, а тоже интересно. У нас сначала история строительства нашего города строят разные мосты, причем сначала на резких каналах. Thank you.
художники очень не любят это слово, они говорят, снять должен тот, кто наложил. Ну да. И, конечно, это последнее слово в Петербурге. Драки, согласен. Достижение 21 века. А слово «поборка» у нас по-прежнему остров декабристов, и это очень сложно назвать площадь этого острова, потому что она постоянно увеличивается. Строятся здесь жилые дома,
Завод. По берегам реки Охты. Thank you.
то, что вы... Пользуются сокращенными, но найдено немало свидетельств, что в романе имелось в виду именно это место. Над мостом слева возвышается шестиэтажный красно-коричневый дом. Это доходный дом Зеркова. Говорят, на тот момент один из самых больших городов. Здесь в 1829 году поселился никому еще неизвестный мелкий чиновник Николай Васильевич Гоголь-Яновский, который днем работал в своем департаменте, а вечером у окна, чтобы не тратить свечи, писал первые литературные опыты. Именно здесь им были созданы «Вечера на хуторе близ Диканьки». Сейчас слева нам открывается Сенная площадь, или, как ее называют, брюхо Петербурга. Изначально на ее месте был огромный пустырь, а потом тут организовали сенной рынок. Там торговали сеном, вот и площадь получила имя Сенной. В 80-м году осенью на мосту готовилось покушение на императора Александра II. На долю этого царя, которого называют освободителем, в связи с отменой в годы его правления крепостного права, выпало целых 6 покушений, последняя из которых завершилась его смертью. Однако здесь случай уберег жизнь императора. Под каменный мост заложили взрывчатку. Царь часто ездил этой дорогой, но в день покушения проехал раньше, и она не состояла. Бомба пролежала под мостом всю зиму, ее нашли только следующей весной.
Thank you.
действительно, ну, настройки, настройки очень много. Thank you.
как моноколёски это есть в Питере? Конкретно моноколёски. Ехать перед вами. Сейчас позитивно.
Да. Это во многом определило облик Санкт-Петербурга, где вдоль улиц, как правило, видны фасады домов, а парки, дворики и более мелкие постройки скрыты за ними. С момента своего основания Петербург был известен наводнением. Их вызывают циклоны и пава. Играла роль и архитектура набережных, так как они были ниже, чем сейчас. Достаточно было, чтобы вода поднялась всего на 1.5 метра, и центральная часть города уже была затоплена. За более чем 300-летнюю историю в Петербурге произошло свыше 300 наводнений. Пока что самое разрушительное было в 1824 году. Под водой выше 2 человеческих ростов оказался практически весь тогдашний город. В Петербурге говорили, что если год прошел без пожаров или наводнений, то точно кто-то из купцов должен обанкротиться. Правда, это происходило нечасто. Наводнения повторялись почти каждый год. Их, по приказу Петра I, населяли строящийся город, и из-за своего зависимого положения отказываться они не могли. Таким образом, в первые годы военные составляли около трети жителей.
А корпус целый или где-то переварят? Или где-то есть... Она моё ещё. Он полагал, что по типовым проектам очень быстро можно отстроить новый город. Регламентация и типизация жизни Петербурга была очень сильна. Например, ни один дом не мог быть построен так, как хотел хозяин. Существовал план регулярной застройки, типовые жилища. И за соответствием четким инструкциям внимательно следили. Типовые дома для жителей разного достатка разрабатывали императорские архитекторы. Сначала этим занимался Жан-Батист Александр Леблон, а после Доменико Тризни. Последний разработал три типовых проекта домов – для именитых, для зажиточных и для подлых или простых людей. Эти три проекта долгое время пользовались большой популярностью. До основания Санкт-Петербурга русские города застраивались без генерального плана. Постройки возникали по мере необходимости. Улицы при такой застройке часто изгибались, отклонялись от прямой линии. Но особое значение для основателя Санкт-Петербурга Петра I имела регулярная застройка. Районы, которые по каким-либо причинам были изначально застроены хаотично, переделывали, дома сносили и размечали на их месте прямые улицы. Жителей часто переселяли с одного места на другое. Петровский Петербург выглядел совершенно иначе, чем мы видим сейчас. Государь изначально хотел отстроить город в камне, однако из-за нехватки материалов и длительности строительства таких домов в первые годы жизни города здесь все же много было деревянных построек. Деревянными были и тротуары, поэтому особую тревогу властей вызывала пожарная безопасность. До середины 19 века на улицах Петербурга строго запрещалось курить. Этот указ спас много жизней. Из-за кулуарного обращения с людьми, деревянные люди часто случались в старых. По этой же причине в Петербурге были запрещены частные бани. Для мытья специально строили общественные. В современном Петербурге нумерация домов ведется, как обычно, по улицам. Полезно запомнить, что если улица расположена перпендикулярно Неве, то номера домов на ней начинаются от реки. Первоначально в адресах домов Санкт-Петербурга не использовалась нумерация. Для обозначения нужного дома пользовались близлежащими ориентирами – мостами, рынками, церквями, домами известных людей. Да.
встаем. Все три красавицы, как на подбор, но самая младшая, Психея, была красивее всех. И говорили люди, что она красивее даже богини Венера. Thank you.
поэтому, да, замкнутые вообще люди дешевле. Thank you.
считает всего остального. Сегодня я смотрела, приходил здесь. Thank you.
Александр I издает указ о реорганизации аптекарского огорода в императорский ботанический сад. Даже на слух большая разница, да? Thank you.
это не дойдет. Thank you.
Рядом находится и крейсер «Аврора». Дело в том, что вот в этом здании Петровского училища после Великой Отечественной войны расположилось военно-морское училище имени Нахимова, Нахимовское училище. Курсанты его проходят практику на крейсере «Аврора». Вот во всей красе вы видите его справа по борту. Спустили на воду крейсер в 1903 году, и он принимал участие во всех войнах первой половины 20 века, начиная с русско-японской войны, включая страшное Чесовское сражение, а также Первая мировая гражданская, затем Вторая мировая война. Справа пришвартована фрегат «Гузабекла», оставленная на его позади. Это, конечно, копия фрегата, которая была спущена в этой Павле Первом. Сейчас здесь находится ресторан, там есть бонус, если покажете билет на эту экскурсию. Северная война, но закончится только в 1621 году.
Thank you.
Территория выстрела по территории крепости здесь работает очищенный свет и Петропавловский собор, можно сказать, и музей истории города, музей денег, музей космонавтики и так далее. Но здесь сейчас работают склады, а сейчас здесь работают музеи. И завершают эту композицию, смотрите, здесь две растрагивания колонны, наверное, с правой стороны, каждая высотой 32 метра. Здание 12 коллегий. Это было министерское здание. Когда-то коллегиями называли у нас министерство. В 30-х годах 19 века здесь располагается университет. Занимает он здесь много зданий, включая вот этот дом с фасадом зеленого цвета, что мы видим с правой стороны. И сейчас здесь находится университет, поэтому и набережная, которую мы с вами видим справа по борту, носит название университетское. Вот здесь видите три пристани. Это пристани,
Это моя личная. Я вам показала. Мне все идут. Thank you.
детский труд. Закончилось.